Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. С 1 июля кировчан ждет очередное повышение цен на услуги ЖКХ. Оно происходит каждый год в это время. Насколько будут повышены тарифы, решает РСТ с учетом заявок, поданных организациями, исключая при этом необоснованные расходы. В этом году региональная служба по тарифам сэкономила 7,5 миллиардов рублей кировчан, сократив изначальные запросы ресурсоснабжающих организаций. В итоге стоимость платы за газ увеличится на 3%. За воду горожане заплатят больше на 4,3%. Тариф на отопление, согласно концессионному соглашению, хотели повысить на 6,5%. Но из-за того, что власти компенсируют часть затрат ресурсникам, плата вырастет на 4,2%. Что касается платы за вывоз мусора, то она вырастет также на 4,2%. Но в РСТ напомнили, что в начале года она снижалась почти на 7,5%, а значит, все еще остается ниже, чем в 2020 году. Величину тарифов, установленных на ближайший год, можно посмотреть на сайте нашей радиостанции во вкладке «Новости». Программа «Экономика». Несмотря на рост зарплаты, в малом бизнесе не могут догнать средние по экономике. В месяц, по данным Кировстата, за первый квартал 2021 года в малом предпринимательстве люди зарабатывают 28 тысяч рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года сумма выросла на 9%. Но до средней зарплаты по региону она не дотягивает, на 13%. Отмечу, что доходы в 2020 году министра поддержки предпринимательства Кировской области на Натальи Кряжевой составили, например, в месяц 166 тысяч рублей. На начало 2021 года в нашем регионе насчитывалось 1600 малых предприятий. На них трудится 46,5 тысяч человек. Экономика на 101 FM. Имущество Сосновского судостроительного завода выставили на торги. За него хотят выручить 385 миллионов рублей. Имущество предприятия банкрота поделено на два лота. В один вошли 22 объекта недвижимости и 19 объектов оборудования и машин, которые находятся в залоге у разных кредиторов. Также в лот входят 235 объектов незалогового движимого имущества. В общей сложности лот оценивается в 60 миллионов рублей. Во второй включили 60 единиц залогового имущества, судно, машины, оборудование и 2500 единиц свободного от залога имущества на 325 миллионов рублей. Проведение торгов запланировано на 8 июля. Сосновский судостроительный завод признан банкротом в 2019 году с долгом в 2 миллиарда рублей. До этого корпорация «Ростех» пыталась восстановить предприятие и даже выкупала его долги перед банками. Экономика. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 72 рубля 17 копеек, евро 86,19. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.